Всем здорова, чуваки, с вами Варпач, Кофе Алекс, и сегодня у нас будет убойненький, просто веселенький, просто крутой маньячок в CSGO! Да, друзья, всем привет! Хайоу, братишки! Запасайтесь скучными печенюхами и приятного вам просмотра! Погнали! Погнали! Тут еще с нами Дэдпул, кстати. Ваш инвентарь до сих пор пустует? Пора это исправлять. Elite Case представляет. Бесплатные кейсы каждые 24 часа. Ежедневный бонус в размере 10 рублей. Частые промокоды. Все это и не только на elitecase.net. Старый добрый киманничок вернулся на новой карте с офигенными нычками. Карта большая, у меня аж голос начал садиться сразу в начале. What the fuck? Короче, ребята, пойдемте. Я буду вашим сегодня экскурсоводом. Я введу вас в экскурс данной карты. Пойдемте за мной. Давай, пойдемте. Давай, сначала давайте, запрыгиваем на белый фургончик. Только аккуратно. Главное, запрыгните там, не упадите никуда. И запомните, что маньяк выходит где-то в 15 или 20 секунд здесь, так что будьте... Ой, тень такая классная, кстати, вообще такая шикардосная тень. Сюда, сюда, ребят, сюда, за мной, за мной. Я покажу вам баклажановую комнату, сюда. Лада сюда, баклажан. Короче, ребят, так, тихо, мы сейчас сидим здесь. Тихо, абсолютно тихо. О, реклама, реклама. Тихо, 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 тихо. Так, надо, знаете, вот самое первое, чтобы его не было в доме. Давай скажем, что мы... Беги... к бассейну. Беги к бассейну, да? Так, и так, сейчас, ребята... Ты террористов написал. Ой, я террористов. Беги так, к басику. Где, здесь присесть? Да, присядь. Ну вот, правее. Здесь могла быть ваша реклама, правее, да? Еще правее. Кстати, еще правее. Ну, то есть, левее. Вот. Теперь повернись в мою сторону. К нам лицом. И встань. Отлично, отлично. Это, кстати, вы вообще подходите. Вот это реклама Кофе Алекса, да, ссылочка у них в описании. Все, пойдемте, ребят, пойдемте. Я думаю, он уже в бассейне. Пойдемте, только быстро здесь надо действовать. Поехали. Тихо, тихо, тихо. Ч-ч-ч-ч. Вот сюда, быстренько, быстренько, быстренько. Ой, забираемся за мной. Быстрей! Вот быстрей! Это вот топовое. Да, не могу забраться, жопа жирная. Так, тихо. Он здесь, тихо. Он в доме. Подожди, тихо, я вот закрою дычку, если ты что, нам сюда. Ты это рассказывай, если что. Кого вам рассказывать, мне самому страшно. Ну просто, у тебя сейчас больше... Подсказка, мы в доме, ты, Олег, там не бросайся. Олег, да тихо, не открывай. Давай наверх, залазь. Да нет, подожди, да все тихо, он сейчас сюда прибежит, вы либо забираетесь, либо нет. Олег. Все, гоу сюда, быстрее, быстрее, быстрее. Олег, там река сбоку надо. Тихо, тихо, тихо. О, все отлично. Дверь, главное, закрой. А, Саня... У нас же Саня еще есть. Ой, все, закрой. Саня, главное, закрой. Все, отлично. Подсказка. Дом, первый этаж. Ой, я не могу. Ой, ну что ж, где он? Где у нас маньячок-то? Мне кажется, он здесь нас вообще никогда не найдет, потому что это гардероб топ in the world. Да, согласен. Это нычка. Вот когда есть нычка в нычке, просто обожаем такие карты, когда можно из одной спрятаться еще куда-то. Что тебе надо? Здесь мы еще покажем, здесь еще есть подобные нычечки. Так, а где маньяк-то? Мы в доме. Дом, первый этаж. Скидывай еще. Скидывай. Тихо, ой! Тихо. Я готов отстреливаться. Зачем ты мне оружие дал? Саня, ты так запищал? Саня, зачем ты убил его? У нас чё? Зачем ты убил маньяка-то вообще? Что ты сделал? Скажи, что у тебя реакция сработала, а? Это хоть как-то тебя оправдает. Это реакция. Хорошо, на ладно. Ладно, ну он нас нашел, мне кажется, да? Он же открыл дверь туда. Ну да, получается, мы по сути проиграли. Понятно. У нас появился очень грозный план. Сейчас мы будем стоять с пистолетами в руках, как будто мы АФКшим. Но на самом деле, что было тихо, у нас, тихо, да? Тихо, не движемся. Не двигаемся, не двигаемся. У нас прячется только мышки, М5. Бросили. Да, бросили. Просто смотрим и наблюдаем за его реакцией. Мы сказали, что мы играем, но в то же время мы как будто АФКшим. Просто интересно посмотреть на реакцию человека, который будет, ну, смотреть, что какого фига мы АФКшим. Почему? Вот, тихо, так, тихо. Пацаны. Тихо. Я вот не трогаю. Я тучка. Смотри, я он так вот выбежал, типа, чё? Я не двигаюсь. Ты типа, чё? Сука. Он ушёл, Олег, он ушёл. Я могу повернуться? Стоп, тихо. Скажешь, когда смогу? Идет обратно. Я не могу, я не вижу. О, все, я хорошо, я вижу, он сзади моего. Сзади меня? Тихо, да? Стой.
Тихо. Сука, это смешно. А чё на меня? Ты знаешь, в детстве игра такая была: море волнуется, раз, море волнуется. Ну это вообще палево, мне кажется. Я бы тебя застрелил нафиг. Ой. Ой, ну это вообще, Олег, ну это прям палево, подожди. Море волнуется, так, подожди. Ой. Испалился. Кирилл, мне кажется, он что-то заподозрил. Тихо. Так, подожди, ладно. Он, короче, плюнул на всю эту затею. Куда он подожди, пошел? Я стою такой: ой, бедный Олег. Ой-ой-ой, бедный, бедный. А умер. Умер, умер. Что же делать? Что же делать? Что же делать с Олегом? Нормально, сам обеспалил. Тихо. Я... Типа, вы верхнее место, типа, ты был там. Слушай, мне Кирилл, кажется... Кирилл, стреляй на него, стреляй, стреляй. Мне кажется... Сегодня какой-то уморительный вообще маньяк. Мы маньяком что-то убиваем. Я не знаю, что происходит, ребят. Просто влепите Лукас, если тоже поржали. Ой, какой-то угар вообще. Следующий маньячок у нас это М5, как бэха, я не знаю, М5. Короче, мы решили спуститься вот вниз, да? А, кстати, вот надо как-то будет закрыть дверку потом я за первый. Собой. Вот и оставайся там, вот встанем вот так на этот. А пойдем, Олег, быстрее, быстрее, время, время. Уи, супер ниндзя, черепашки. Да, давай проходи, Саня. О, быстрее, быстрее, ребят, он же сейчас выйдет, ну быстрее, пожалуйста. Быстрее. Он идет. Бегом, 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 сюда, просто идем. Тихо, тихо, тихо. Че вас так много? Что было? Нет, 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 нет. Чё? Кирилл, давай обратно, Кирилл, давай спину, спину. Хоть бы не меня. Хоть бы не меня. Хоть бы не меня. Давай, просто уходим наверх, да? Почему я? Почему я? Смотри, просто ты видишь это, ты это видишь. Капец, выходи, выходи. Он заметит? Закрывай двери, закрывай двери. Он не заметил, но Кирилл. Кирилл, он просто идет дальше, я по нему стрельну. Да почему? Я думал, у него много. Я хотел стрелять по нему, чтобы он заметил. Стрель. Он замочил, замочил, пацан. Я реально думал, я откуда я думал, что у него мало хп. Да, согласен, согласен. Так как Олег нечаянно убил нашего водичка, мы дали ему второй шанс. Реально, он, скорее всего, вниз упал очень сильно, у него там пару хп осталось. Давайте, я ловлю вас. Дверь, главное, закрой, Олег, главное, дверь, вот, еще раз. Давайте, я вас ловлю, я вас ловлю. Ты не закрыл, Олег, надо закрыть обязательно. Ладно, все, давай. Пофигу, спускаемся. Так, Сань, ладно, дави. Ладно, срать мне на вас. Не, я не уйду, пока не закрою. Нет, Олег, давай это, ты главное, все. Не уйду, пока не закрою, а ушел. Не, направо не пойдем. Пойдем, пойдем это... дальше, пойдем. Он уже здесь прочухал, что мы там можем сидеть. Пойдем сразу дальше. Ты где? Интересно, вот у него, кстати, он, дверь открылась. Заметил, что мы вытащим, то есть... Ну, он, знаешь, думал, что там просто нычка такая. Быстрее, 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 быстрее. Мне кажется, он подумал, что там просто как бы нычка. Пойдем, но он пойдем. Все равно не догонит, Сань, тем более, да. Мне не кажется, что он во второй раз пойдет в одно и то же место. Вот именно, поэтому... мне тоже кажется, как бы два раза в одну нычку маньяк не ходит. Ребят! Ходит, да? Куда, куда? Наверх, наверх, бегом, бегом. Саня, уйди, Саня, дверь закрываем. Дверь закрываем. Давай, давай вот сюда, в кусты. А я в кусты, тихо, тихо, тихо. Вот сюда бежим, бежим, тихо, сидим. Спасибо, что выпустили. Тихо, 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 Олег, да сядь, сядь, тихо. Тихо, да нет, ты шумишь, да не шуми. А дальше нельзя пройти? Тихо, тихо, тихо. Он же не увидит? Да не кидай ты сюда оружие. Ребят, дальше можно пройти. Бегом, бегом. Очень, очень бегом, очень. Он с той стороны пошел, он пошел с той стороны. Сзади, 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 сзади. Он сзади, он сзади, он сзади. Я сзади. Чё за унижение, а? Чё за унижение, Я испугался. Я испугался. Алё.
Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравился такой маньячок. Мне кажется, он получился реально дико забавным. Вы просто посмотрите на схему этой карты. Мы много чего здесь не обошли. Вы можете с друзьями зайти на эту карту и, конечно же, поиграть. Все ссылочки удобные для вас будут в описании. С вами были Варпач, Кофе, Алекс. Не забывайте подписываться на наши каналчики. Обязательно ставьте лайкусики и оставляйте свои комментарии. С вами были... А я уже сказал, кто был. Всем удачи и всем пакусики. Всем пока-пока, друзья. Пакусики, ребят.